Санаторий, друзья, на самом деле очень компактный, и все находится близко друг от друга. Поэтому ходить здесь одно удовольствие. Как говорится, все находится под рукой. Такая вот беседочка. Везде беседки, кстати, везде. Вот где бы мы ни ходили, везде стоят беседки. Люди работают, постоянно что-то убирают, чистят. Здесь чистота, конечно. А это он наносит разметку на асфальт. Везде чисто, везде все красиво. Люди работают, чистят, убирают с самого раннего утра. Чтобы нам приятно отдыхалось. Везде вот такие вот ручейки, фонтанчики. И вот. Водопады. Причем это не один водопадик здесь такой. Очень хороший сосновый бор. Сосны. Ели, елки, все, что только душе пожелаете. Там детская площадка, тут тропинки. Можно гулять по асфальтным дорожкам, по тропинкам. Дышать глубоко грудью и наслаждаться. Там вот детская площадка. Сейчас подойду ближе, включусь. Вот это первый жилой корпус. Здесь у нас находится бассейн. Бассейн очень замечательный. Над бассейном находится четырехэтажный лечебный корпус с разными процедурами. Там вот у нас находится столовая. Отдельная столовая для заказного меню и отдельно для шведского стола. Там у нас клуб и детская площадка. Можно приезжать с детьми. Смотрите, сколько всяких разных дорожек. И сосны. Вон даже березой стоит. Воздух очень такой чистый, насыщенный, хороший. Сосны толстые такие. Не знаю, камера, скорее всего, это все не передаст. Но... площадка для детей.
такие вот беседки. Сейчас пройдем к клубу и зайдем в бюфет с минеральной водичкой. Скамеечки везде, можно выходить, сидеть на улице и попивать минеральную воду. Беседки, качели, все, что только душа пожелает. Идем в бюфет. Минеральная вода Боровая. Относится к сульфатно-кальциевым лечебно-столовым водам со слабой минерализацией и слабощелочной реакцией. Здесь теплая вода и холодная. Боровая 3 и Боровая 1. Одноразовые стаканчики. Можете поставить на паузу и почитать состав минеральной воды. Указания к применению. Здесь вот такие вот столики с креслами. Целительные силы минеральных вод санатория. Боровая 3. Сейчас возьмем стаканчик, наполним и попьем водичку. За ваше здоровье и за мое тоже. Теперь пойдем погуляем по санаторию. А сейчас мы идем к корпусу номер 3. Там находится магазин и жилой корпус. Везде тропинки, ягоды. Короче, если вы живете в большом крупном городе, то вам явно нужно приехать сюда. Насладиться всей красотой белорусского леса. Вот мох драл. Чистый воздух. Смотрите, какая паутина с пауком. Такие ловушки могут поджидать вас на каждом шагу. Здесь вот нормальная дорожка. И вот корпус номер 3. Здесь есть двухкомнатные, трехкомнатные вроде бы номера с кухней, с рабочими кабинетами. Такая вот беседка. К ней подойдем. И вот еще всякие водопадики с минеральной воды. В жару очень классно. Идешь, такая прохлада.
находится магазин. Сюда можно подъехать на машине. Там вот находятся скважины. Охраняемая территория. Все охраняется. Стоянка для автомобилей. Везде цветы, клумбы с цветами. В номерах, как видите, есть сушилки. Большие балконы. В магазине представлена сувенирная продукция. Минеральная вода Боровая. Одна из лучших в Белоруссии. Вот второе место для барбекю. Беседки. Там чуть дальше пирс. Сейчас сходим, посмотрим пирс. Второй пирс. Люди ловят рыбу.